Еще одна двойка. Вариант, когда рука внизу оказалась, мы рассматривали снаружи и возврат. Теперь мы рассмотрим, когда рука оказалась внутри. Отсюда мы также делаем. Заброс, сброс, заброс, сброс. Небольшой нюанс, чтобы было видно со стороны. Не по кратчайшей траектории, а через дальнюю точку. Забросить, сбросить, забросить, сбросить. Здесь же мы следим за балансом, потому что если будете стоять неправильно, вас будет уносить за гирьки. Она не прощает подобных ошибок. Соответственно, с предметом. Мы двигались, рука оказалась у нас здесь, мы оказались чуть сбоку. Соответственно, мы идем вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вошли, вышли. Раз, два. Раз, два. Движение направлено все время вперед. Либо выхопнул пол. Опять же, я могу попытаться его уколоть, он уходит. Но я уже затянул и закончу любым другим движением. То же самое делаем движение. Противник старается атаковать. Но мы используем ровно ту же самую комбинацию. Вниз, сверху. Поехали. Очень удобно получается укол как раз из рук, если атака прямолинейная.